Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Сегодня буду делать заказ и хочу его сделать вместе с вами. У нас начался новый 13-й каталог. Выглядит он вот таким образом. В этом каталоге есть очень интересное предложение для вновь зарегистрированных пользователей. Вы можете получить в подарок вот такой набор косметики для дома. Стиральный порошок, пятновыводитель жидкий и ультракондиционер для белья. Все это чистящие, моющие средства, абсолютно безопасное для нашего здоровья. Безопасные для окружающей среды, не содержат химии, они концентрированные, поэтому они экономичные. И вот этот набор косметики для дома вы можете получить в подарок всего лишь за 1 рубль в случае, если оформляете заказ на 1500 рублей в этом каталоге. В следующем каталоге, соответственно, вы получаете вот этот подарок за 1 рубль. А сейчас я хочу вместе с вами сделать заказ вот по этому 13-му каталогу, потому что сегодня как раз первый день его действия, и обычно в первый день каталога я делаю заказ для себя. Но здесь будет несколько позиций еще клиентских, и буду я делать этот заказ в необычном формате. Вот это видео я впервые в таком формате для вас записываю. В общем, сейчас я перейду в другой режим, вы будете видеть и меня, и корзину этого заказа, и как туда я кладу эти товары, что я кладу, почему я кладу эти товары в корзину, почему я приобретаю некоторые из них снова и снова. В общем, поехали! Ну что ж, я снова с вами. Надеюсь, что меня хорошо и видно, и слышно. Вот здесь вот, в левом верхнем углу, вы должны видеть мое изображение, мою говорящую голову. Ну, а я беру каталог и буду сейчас его листать. Вот эти закладочки, которые я делаю. Видите, я просто загибаю уголки. Причем делаю это сразу после того, как я посмотрела каталог, сделала закладки. Мне так удобно. Может быть, это не совсем так эстетично смотрится, но зато никогда не пропустишь те позиции, которые ты хочешь заказать. На первых страничках, как всегда, у нас новинки. И из новинок у нас будут карандаши. Причем карандаш в виде помады, карандаши для глаз, карандаши для коррекции лица. Новиночки я, как правило, всегда тестирую, мне очень это дело нравится. И вот давайте из карандашей для губ я выберу пыльно-розовый оттенок, нажимаю на кнопочку «Заказ по артикулу» и ввожу оттенок 41068, артикул вот этой помады, который мне хочется заказать. Ну и, конечно же, вводим артикул 41068. Вот она, помада-карандаш для губ. Добавить, переместить в корзину. Дальше, следующий карандашик для глаз. Окей. И здесь два оттенка, которые мне понравились. Вот в таком коричневом варианте. И вот такой оттенок в сиреневых тонах. Коричневый 58-60. Снова заказ по артикулу. 58-60. Так, двойной карандаш, добавить. И второй у нас 58-62. 58-62. Глубокий виноградный и матовый лиловый. И перемещаем в корзину. Два карандашика добавим. Так, вот они добавились. Окей, давайте посмотрим. Да, оба карандаша у нас в корзине. И вот смотрите, в корзине у нас изначально был каталог, он по умолчанию. Он мне, в принципе, будет не нужен, потому что я каталоги как VIP положу из другой вкладки за 20 рублей. Но если вы не являетесь VIP-ом, конечно же, вот стоит оставить этот каталог. Но в данном случае я просто его уберу из корзины, каталог. Вот нажимаю на корзину, и он сейчас автоматически удалится из корзины. Так, да, конечно же, произошли изменения. Возвращаемся к нашему каталогу и к заказу по артикулу.
И дошла до следующей я закладки. Мне нужны тени, потому что тени у меня заканчиваются. У нас есть вот такие монотени, которые можно купить по отдельности. Можно отдельно купить палетку Refill. Но вот в прошлом каталоге у нас была акция по очень приятным ценам. К сожалению, палетки Refill не оказалось на складе. Из-за этого я не смогла принять участие в акции. Ничего страшного. Мне, по сути, сама палетка Refill не нужна. Мне нужны тени. И вот такие оттенки я закажу. Это 58-34 ванильный мед. 58-34 ванильный нюд и 58-33 бежевый нюд, 58-33 бежевый нюд. У меня светлые оттенки в очень хорошем ходу и достаточно быстро они заканчиваются. Так, все в корзину положила. Поехали дальше. Теперь смотрите, шикарное у нас в этом каталоге предложение. Вот такие тени и палетка для скульптурирования лица. Они по очень приятным ценам. При покупке от 1500 в этом каталоге они будут стоить всего лишь 699 рублей. И мне очень нужна вот такая палетка, потому что я ей активно пользуюсь. Она просто класснючая. И у меня уже палетка одна в ходу. Одна у меня закончилась, но там еще чуть-чуть осталось. И вот сейчас я еще одну положу, чтобы у меня было. Люблю, чтобы всегда было. 64-33 ее артикул. Вот она, палетка для лица Glam Team. Просто шикарнейшая палетка. Сейчас она у меня выскочила за 1500, но когда у меня наберется заказ... А, нет, вы знаете, она, наверное, будет в отдельных акциях. Давайте ее удалим, но я все равно закладочку оставлю. Она будет в отдельной вкладке. Потому что если я сейчас ее оставлю, она будет за 1500, но мне же не надо за 1500, правильно? Пойдем дальше пока, и потом вернемся к этому моменту. Где у меня еще здесь закладки? Сейчас полистаем. Я в прошлом каталоге закупилась кремами, масками, все, что было у нас по бонусам со скидкой 50%. И сейчас я просто большое количество страниц с этими товарами пропущу. А вот что я закажу, это парфюмерную воду для женщин из новиночек наших, потому что они очень нравятся моим клиентам, и они у меня в прошлый раз как-то все разошлись. Я закажу две водички. Это аромат магнолия, 33-36 артикул, заказ по артикулу, 33-36. Потому что у меня в наличии нет ее. Добавить. Скидка сейчас хорошая, 40% в этом каталоге на эту водичку. И еще один парфюм. Это с ароматом розы и клубники. 33-38. 33-38. Выдавай мне парфюмерную водичку. Переместить корзину. Так, водички мы с вами заказали. Хорошо, окей. Смотрим, что у нас. Вот они, 444 рубля. Ну, шедеврально же, правда? По очень хорошей цене у нас сейчас идет вот этот парфюм Рената. Со скидкой 60% стоит 999 рублей. Но я оставлю этот аромат на закусочку, хотя у меня здесь и заложен листочек, я пока пропущу. Вот все, что я добавила в корзину, все эти листочки, видите, я их уже, уголочки точнее, вот так разложила. То есть для меня это показатель того, что эти товары в корзине, чтобы я не повторилась и повторно их не заказала. Все, что у меня еще с закладками, это значит, я сюда вернусь и положу эти товары в корзину или в этот раз, или, может быть, уже в следующий раз. И вот здесь тоже сохраню свою закладочку. Видите, вот на эту водичку я не буду уголок отгибать, а буду продвигаться дальше по каталогу, искать следующие закладки.
А следующая закладка у меня вот на этой страничке с красками. Это краска Salon K. Сейчас на нее хорошая скидка 45%, 269 рублей в ценах каталога. Для меня понятно, что на 26% дешевле. И я пользуюсь тоном 6.35 шоколадный мусс 82-52. Ее артикул 82-52. Вот она эта красочка. Знаете, я возьму две штучки. Потому что я посмотрела в следующем 14-м каталоге, эта краска будет стоить дороже. А мне же она пригодится. Я каждые 3 недели крашу волосы. Поэтому так, вот она. Видите, две штучки в корзине. Так, поехали дальше. Уголок я уже отвернула. Еще одно средство, которое у меня заканчивается, которое мне очень нравится. Вот такой мусс. Даже не мусс, это, наверное, спрей для волос, да, с морской солью. Я пользуюсь им, когда укладываю волосы. Прямо, знаете, прохожусь по корням, и он увеличивает объем волос. Когда сушишь волосы, прям они приподнимаются возле корней. Ну и плюс ко всему с морскими минералами, конечно же, ухаживают за нашими волосами. Значит, это получается спрей для волос. Артикул 2706. На него сейчас скидка 45%, 249 рублей в ценах каталога он стоит. Вот он. Итак, 2706. Кладем в корзину. В деле же все сгодится. 2706. Вот он, спрей с морской солью. Переместить в корзину. Так, еще у меня тут закладочка. Вот что я сейчас буду добавлять в корзину, это жидкое мыло. Жидкое мыло у нас в очень хорошем ходу в семье. И сейчас тоже выгодная цена на жидкое мыло вот в таких упаковках большого размера, 500 миллилитров. Это сменные блоки. А добавляю я мыло вот из этого сменного блока вот в такие бутылочки. Когда освобождается в них мыло, я не выбрасываю пустые упаковки, а оставляю для того, чтобы из сменного блока сюда перелить. Ну и вы знаете, не буду я мелочиться, возьму сразу все три, потому что у меня сменных блоков ни одного не осталось. 26,68 это банановый мусс. 26,68. Вот оно. Добавить. Малиновый мильфий 26,67. 26,67. Добавить. И еще черничный капкейк 27,44. 27. 44. Добавить. Вот так. Переместить в корзину. Добавили. Отлично. Так. Окей. Следующие товары, которые я хочу добавить в корзину, это биологически активные добавки. На некоторые из них есть также хорошие скидки. Здесь у меня закладочка на Доброген. Но сейчас вот в корзину я его класть не буду, потому что он будет практически без глубокой скидки, 1599 рублей. Зато, когда я его буду класть во вкладке для VIP, он пойдет мне со скидкой 70%. Но до этой вкладки мы с вами еще дойдем, поэтому здесь закладочку оставляю, а перемещаюсь дальше. И вот здесь, что я хочу положить из биологических добавок, посмотрите, со скидкой 45% у нас будет ньютоник. У меня муж активно употребляет мозговые, скажем так, биологические добавки, которые питают наш мозг. И здесь я еще добавлю чернику плюс. Вот она. Потому что тоже в хорошем ходу она у нас. Так, сейчас я еще посмотрю, сориентируюсь, что положить в корзину. Так, все остальное вроде как у меня пока что есть. На этом остановлюсь. Итак, значит, ньютоник 15732 артикул. Так. И давайте, не стесняясь, две штучки положим, да?
потому что я тоже принимаю данную биологическую добавку. Так, и добавлю еще черника плюс 15 726, тоже две штучки положу, 15 726. Так, вот он с черникой, этот концентрат пищевой, переместить в корзину. Все, поехали дальше. Двигаемся, двигаемся. Ага, вот здесь я давно тоже хочу купить. Все, жду глубокой скидки. Глубоких скидок особо не дождалась, но дождалась хотя бы такой скидки. Хотя, в принципе, 430 рублей, 259. Это где-то тоже, наверное, процентов 40 скидка. Я говорю про приправы, которые у нас относятся к суперфудам. И очень мне нравится вот эта приправа для курочки. Она у меня уже закончилась. Там практически вообще ничего не осталось. Очень нравится приправа, реально крутецкая, она прям с пищевыми волокнами. И такой удачный там подбор специй. Смотрите, что здесь: чеснок, паприка, черный перец, кориандр, куркума, майоран, базилик. 16131 артикул. 16131. Вот она, для сочной курочки. Добавляем в корзину. Это нам нужно. Так, теперь, что еще я здесь отметила? Окей. Ага, здесь у меня в закладках стиральный порошок. Вы знаете, я хотела его прямо сейчас положить, но не буду класть в корзину, потому что я полистала следующий каталог, и там при покупке двух он будет стоить еще дешевле. Сейчас он стоит 449 рублей, а будет стоить 399 рублей в ценах каталога. У меня одна упаковка заначки есть, поэтому оставлю пока все как есть. Закладочку эту уберу, потому что пока не буду заказывать. А вот что закажу, это со скидкой 40%. У нас вот такой акваспрей для разглаживания белья. Где он тут? Вот он. Вот это такой акваспрей. Очень эффективно он действительно разглаживает белье, помогает, особенно если белье пересушенное. И поэтому он у меня в активном пользовании. 30 285. Акваспрей для разглаживания белья. В корзину. Так, это нам. Ах, его уже и нет. Ну ладно, ничего страшного. На самом деле я сейчас использую вместо этого средства. Сейчас покажу вам, какое другое. Оно тоже эффективное. Это освежитель для тканей, но я его здесь почему-то не вижу. Может быть, в этом каталоге и нет. В общем, есть у нас рефрешер, так называемый. А вот он, вот такой рефрешер. Я его использую в том числе и для глажки. И он мне также помогает хорошо. И вот, кстати говоря, рефрешер-то можно еще один забросить. Лаванда и бергамот. 30 289. Тоже со скидкой 40%. Возьмем его. 30 289. Вот он, лаванда и бергамот. Мне он нравится. И он вполне себе хорошая замена вот данному средству, которое специально предназначено для глажки белья. Фрешер, вот этот рефрешер, его можно использовать еще и непосредственно для того, чтобы разгладить какие-то легкие ткани. Ну, например, тот же шифон, какие-то шелковые ткани. То есть просто побрызгали, распылили, и аромат приятный, и ткани разгладились. Рукой вот так вот разгладили ткань, кофточку или, ну, какую-то вещь. Так. Вы, наверное, слышите сейчас звуки. Это дети у нас вот здесь, вот я возле окна сижу, на детской площадке занимаются. А вечер, но, в принципе, достаточно светло, поэтому они шумят.
Еще нейтрализатор запахов. Вот этот нейтрализатор запахов у меня давно ждет одна из клиенток. Его не было у нас в каталоге долгое время, не было на складе. Давайте сейчас посмотрим. Вдруг появился. 30 287 артикул. Добавить, нажимаем, переместить в корзину. Нет, к сожалению, его до сих пор нет на складе, но вот клиентка ждет. Не знаю, будет, не будет, но пока что вот как есть. Так, тогда я закладочку-то оставлю, а вдруг в следующий раз появится, да? Теперь здесь что у меня? Закладочка на продукцию BioC, скидка 50%. И здесь я хочу заказать универсальный гель для очищения любых поверхностей. Ни разу еще не пользовалась этим средством. Увидела у нас в чатах, в командных, что средство зачетное, отзывы, и решила тоже заказать. Вот так работают отзывы. Послушал, посмотрел и тоже решил заказать. 80-12 артикул. Пока и скидка хорошая, 269 рублей, скидка 50%. Он у меня почему-то, а вот он, добавить. Так, и еще универсальное моющее средство закажу. 8002, тоже попробую. 8002. Я заказывала от BioSim средства для мытья посуды. Вы знаете, небольшая бутылочка была, и что-то как-то оно у меня так быстро закончилось, что в принципе, как бы я решила, что буду пользоваться нашими фаберликовскими средствами. Так, уголок отогнули. Дошли мы до корма кошачьего. Милочка у меня хоть и продолжает кушать этот корм, но вы знаете, она такая у меня очень в выборе кормов девушка с подходом, поэтому то ест, то не ест этот корм. И я сейчас приспособилась, этот корм подмешиваю ей к другому корму, который она ест, там с рыбой корм премиальный мы покупаем, но тот корм стоит, ну, гораздо дороже, поэтому я так ее немножечко начинаю обманывать, скажем. Хотя вот этот корм тоже премиального уровня, и он по очень доступной цене. Так, это значит у нас корм для кошек. Я беру ей с кроликом и возьму большую упаковку 16207 артикул. 16207. Вот когда я начинаю этот корм вилкой, вот так вот раздавишь его, потому что там кусочки и там немного соуса. И из-за того, что получается корм вроде как суховатый, она начинает сопротивляться. Нет этого корма. Так, хорошо, какой есть? Ну, давайте попробуем. Ну, давайте сочная говядина попробуем. 16208 артикул. Ну, так вот бывает, что и нет, да. Корм-то зачетный. Это моя кошка выбористая. Видите, закончился. Переместить в корзину. Ну, положись. Кладись в корзину. О, сочная говядина есть. Ну ладно, оставим сочную говядину. Она тоже этот корм ела в свое время. Я ей потом стала с кроликом покупать. Так, ну и еще мы дошли до новиночки. Вот здесь у меня есть закладка. Это мини-версия 30 миллилитров аромата. И это у нас аромат Рената Секрет, Рената Зеленая. Такого аромата у нас еще не было, и он сейчас в этом каталоге идет со скидкой аж 45%. Давайте закажем по цене 329 рублей по каталогу. И это будет артикул 33-31. 33-31. Переместить. Так, окей, есть.
Вот, собственно говоря, все, что пока что нужно мне из каталога. Сейчас мы с вами пробежимся по акциям каталога, и я что-то добавлю оттуда. Вот сверху вы видите сейчас кнопочку, называется «Персональная акция». Я на нее нажимаю. Здесь у меня кнопочки открываются, все доступны. Я захожу по порядку. Ваш бонус за покупку. Давайте смотреть. Концентрированная зубная паста. Мне не нужна, я закупилась этими пастами по купонам. У меня их много. Дальше тушь для ресниц мне тоже не нужна. Маска для лица то же самое. У меня все это есть. Вот любая палета Glam Team. А вот это мне очень надо. Палета Glam Team. И вы знаете, я хочу выбрать, где эта палета. А почему ее здесь нет? А вот она. Я уж испугалась. Знаете, я возьму две таких палетки применить. Потому что декоративка у нас не портится. Нажимаю на кнопочку «Применить». Палетка у меня в активном пользовании. Она мне очень нравится. Каждый день я с помощью нее делаю макияж. И причем пользуюсь абсолютно всеми средствами, которые есть в составе этой палетки. Поэтому две штуки по такой цене. Ну где еще за 500 рублей? Она 1500 стоит, да? Ну, разве что со скидкой 70%, ну а тут без скидки, зато я скидку 70% сэкономила. Так, мыло символ года покупать не буду, Happy Steps крем мне не нужен, лак для ногтей тоже, любая помада Glammy нет, любой травяной сбор Гербала нет, тоже не нужно, у меня все это есть. Так, палетку заказала, вот я вижу любой чай. За 199, нет, за 199 тоже не будем заказывать. Так, теперь вот здесь я могу посмотреть каталоги, но каталоги вот в этой кнопочке сверху, которые они будут мне предложены, либо за 30 рублей, 5 каталогов, скорее всего. Ну, давайте нажму, посмотрите. Да, видите, 5 каталогов, 149 рублей, то есть получается 30 рублей стоит каталог. Зачем мне за 30, когда я могу купить за 20, да? Поэтому мы с вами идем в виповскую программу. Сейчас я вам покажу программу для VIP. И вот здесь тоже есть вкладка «Каталоги следующих периодов» со скидкой 50%. Вот это нам и надо. И здесь мы выбираем либо действующий каталог, либо каталог следующего периода. Я возьму 1, 2, 3, 4, 5, 6 каталогов. 6 каталогов. Это до какого у нас числа? До 18 сентября. Наверное, мне и много будет, потому что я уезжаю в отпуск. Я возьму 3 каталога. 3. Да, хватит мне 3 каталога. Потому что я на промостойке, в принципе, активно каталоги, скажем так, не раздаю. А если кому-то нужен каталог, в электронном варианте отправляем. Если кому-то нужен печатный, ну, в принципе, у меня всегда один, там, два, три, пять на руках есть. Но сейчас закажу меньше, потому что как раз 14-й каталог, мы уезжаем, и я буду работать на промостойке. Ну, непродолжительное время, недельку, наверное, да. Ну ладно, давайте 4 положим. Пусть будет 4. Мы туда нажимаем. Пусть будет 4. Все, хватит пока мне каталогов. Так, надо положить их, применить. Вот на кнопочку «Применить». Они сейчас у меня отправятся в корзину. Дальше. Виповская программа мне еще нужна. А мне же нужно по виповской программе заказать коллаген. Я же помню, что я его еще не заказала. Вот он, 15 729. Вот смотрите, у меня есть продукт на выбор из категории бизнес-аксессуары. И вот две скидочки у меня сейчас. Я серебряный VIP и две возможности со скидкой 70% забрать какие-то товары из действующего каталога. Открываю «Выбрать товары», ввожу артикул 15 729. Так. 15 729 добавить. И вот смотрите,
Концентрат 690 рублей, а в каталоге он стоит 1599 рублей. То есть полная цена его 2300, и у нас 70% они считаются вот не от красной цены каталога, а считаются именно от черной цены. Вот в корзине вы видите 2300, а со скидкой 70% будет 690. Одну штучку я нажимаю и применить. Вот положим в корзину, потому что это мне нужно. Так, ну что ж, пока по виповской программе все. Посмотрим, что еще. Пакеты у меня есть, но и в принципе здесь больше никаких распродаж пока нет. Поскольку у нас каталог только начался, возможно, что на следующей неделе у нас какие-то распродажи будут дополнительно. Так, перейти в корзину, давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот в самом низу в корзине каталоги добавились, палетка. Все это так. В самом низу в корзине прописана цена. Да, вот видите, 8132, 89 баллов. Это только мой первый заказ. И, как правило, в каждом клиентском заказе я по одной-две позиции что-то для себя еще добавляю. То есть 100 баллов за каталог только на личном практически потреблении. Иногда больше, иногда меньше бывает. Но вот сейчас так получилось, 89 баллов. И еще, помните, я вам говорила, что у меня есть еще несколько позиций из клиентского заказа, я их сейчас тоже сюда добавлю. Там из серии «Дом» в основном. Значит, что у нас здесь? 11524. Я уже даже не помню, что конкретно. Сейчас посмотрим. 11524. Это у нас... А, салфетка для кухни. Так. Добавим ее. Вот она появилась, окей. 30701, это антижир, я уже наизусть знаю этот артикул. 30701. Клиентка постоянно мне его заказывает, этот антижир. Активно пользуется сама, активно пользуются члены ее семьи. Всех своих подруг подсадила на это средство. Так, и 11984, это, наверное, из серии Home Gnome Green, может быть, гель для мытья посуды. Сейчас посмотрим, права я или нет. Нет, это биопятновыводитель, ошиблась. Так, да, биопятновыводитель, точно, она мне заказывала. Вот еще три позиции добавлю сюда. Это из клиентского заказа. Вот, в итоге 8708 рублей. 92 балла, 92,95 балла. И дальше я внизу нажимаю на кнопочку «Продолжить». Выбираю точку доставки. У меня уже здесь по умолчанию. Всегда я на этот пункт выдачи делаю свою доставку. Это ближайший ко мне пункт выдачи. Так. Что-то у меня очки как-то криво сидят. Или мне так кажется? Вернулись сюда, снова я нажимаю на кнопку «Продолжить», то есть доставка у нас зафиксировалась. Дальше я нажимаю на кнопочку «Сформировать заказ». Давайте посмотрим. Вот запомнили цифру там 8 с лишним тысяч? Ну, неважно, запомнили или нет, сейчас все равно увидите здесь на следующем шаге, это тоже отразится. Во-первых, весь заказ у меня придет 1 сентября. Ну, хорошо. Мне нравится, в четверг заберем заказ, да? Значит, в этом заказе, еще раз мы его проверим. Спрей для волос. Вот для меня красная цена 184 рубля. 249 рублей – это цена каталога. То есть вы прям вот видите, что существенная разница получается, да, в цене 26%. Дальше, моющее средство. Мыло для рук заказывала? Заказывала. 4 каталога заказала нового периода. Помада-карандаш, новиночка, да, протестируем. Две палетки для лица заказала за 518 рублей, они мне обойдутся. Салфетка для кухни, это из клиентского заказа. Рефрешер, двойной карандаш для глаз. Так, это все мы заказывали. Монотени я заказала, парфюмерная вода. Так, розу мне надо и жасмин там ниже будет. Приправа для курочки. Наконец-то приправа для курочки. 192 рубля, но она реально крутая. Вот такой приправы я, вы знаете, нигде в магазине не встречала. Другие, да, есть тоже вкусные, но здесь она самая вкусная, вот реально. Так, жидкое мыло для рук еще одно, монотени еще одним.
Парфюмерная вода, так, жидкое мыло, так, краски две штуки заказала, пищевые концентраты, рагу для кошек, ну, пусть будет сочная говядина. Так, моющее средство антижир, и вот он, Доброген, со скидкой 70%. А теперь, та-дам, самое интересное. Смотрите, у меня заказ на 8708 рублей. А итог оплаты 3196 рублей. Думаете, почему так? Смотрите, стоимость доставки приплюсовалась 149 рублей. Скидка у меня списалась 5660 рублей. Еще скидка, конечно, у меня осталась. Она гораздо больше у меня, чем 5000. Это объемная скидка. Это мой доход с организованного товарооборота группы. Представляете, как здорово. То есть товаров я в корзину на 8700 положила, а заплачу я 3 с копейками. Крутяк? Крутяк. Утверждаем заказ. Так. Все, заказ утвердили. Все окей. Все. Вот таким образом. Итак, давайте с вами подытожим. Заказ у меня получился сегодня на 92,95 балла. Если в ценах каталога 11 482 рубля, моя цена с учетом скидки 26% и тех скидок, которые я использовала по акциям, 8708 рублей. Стоимость доставки 149 рублей. И из этого заказа списалась моя объемная скидка размером 5660 рублей 20 копеек. Дело в том, что почему не вся объемная скидка списалась по маркетинг-плану компании Faberlic, с каждым заказом списывается только 65% объемной скидки. Вот 65% от этого заказа в том числе. И к оплате 3196 рублей 80 копеек. Вот такой заказик. Ну и, конечно же, мне хочется вам сказать, что можно быть льготным покупателем в компании Faberlic, иметь скидку минимум 20%, принимать участие в акциях, распродажах компании, получать различные подарки и так далее, то есть получать огромное удовольствие еще и от пользования продукцией. А можно организовать собственный бизнес в сотрудничестве с компанией Faberlic и зарабатывать серьезные деньги за счет организации огромного товарооборота. То есть также пользоваться продукцией компании, а еще выполнять рекламную информационную деятельность. То есть рассказывать о возможностях компании, о том, что здесь можно и качественные товары покупать, и можно строить бизнес, и приглашать людей на возможности компании к сотрудничеству. Поэтому, если вы смотрите в сторону организации собственного бизнеса в сотрудничестве с компанией Faberlic, конечно же, я вас приглашаю в нашу команду. Мы даем все необходимые инструменты для построения бизнеса. Мы обучаем, как приглашать людей, как организовывать огромные товарообороты разными способами, работаем и в онлайн, и в офлайн, а также обучаем, как совмещать онлайн с офлайн при желании. Также мы обучаем, как организовать и свой личный товарооборот тоже разными способами. Так что обучение у нас в команде качественное, доступное, с сопровождением от опытного наставника. Если вам это предложение интересно, пишите мне в личку, в мессенджеры. Все ссылки на WhatsApp, на Telegram есть под данным видео. Обязательно с вами свяжусь и пообщаемся с вами на эту тему. Ну что, мои дорогие, заказ я оформила вместе с вами. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях под данным видео, как вам такой формат зашел, понравился, не понравился. Делать еще такие видео, снимать или, может быть, не стоит. В общем, жду от вас обратную связь. Ну и, конечно же, если вам такое видео было интересно, полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео.